Всем большой привет! Рада вас видеть на моем канале. И сегодня это видео как продолжение к видео о декоре свечей. И я покажу, как сделать розу, которыми я украшала свечи. Итак, смотрим.
розочка готова, и мы запекаем ее в духовке при температуре 110 градусов. Всем большое спасибо за просмотр, комментарии и подписку. С вами была ваша Тая. До встречи в следующих видео. Пока-пока!